Где эти дрели покупать? В шопе? В каком гостинице, да? Угу. Ну, в машине... Главное меню там что-то можно нажать, да? Кстати, Жек, рекомендую посмотреть на пистолетик Desert Eagle. Бигл, который... Это у которого 30 патронов там? Нет, 30, это больше. Ну, просто не дамага, блин. То ли 172, то ли что-то. Да. On the 45 going south, there's been a major accident that's clogging the entire freeway. It's like a war zone out there this morning, so you better take the scenic route. И все? Никто не матерился даже? Ну да. И мы даже не в масках? Готовьтесь к нападению. А этот придурок, бот в маске. Какие-то ФБРщики, да, там? Подождите. Ой, я так понимаю, это я не видели. Отлично. А, то есть теперь они решили не за черным экраном, а чуть-чуть роликов добавить. Это в первой части так же самое было. Разучился играть в пойдем. Как я сюда спрыгнул? Что за невидимые стенки? Придурочность какая-то. Ну, как спуститься? А, через... Вот, я нашел эту дверь. Через нее, нет? Не, в другой. А, да блин, еще приталывайте. Ну, наверное. Идите вот сюда, ко мне. А, вон лестница. А почему ты? Ну да, я вот этот не привык лестницу искать, если... Бежим сразу и ищем канистры, как только взрывается. Что с ними делать? Просто взяли. Ну я взял эту канистру, и что дальше? Где Моркис? Где Моркис? А там кто-то есть достижение пиромания. Не открывал дверь, а там уже... Есть достижение пиромания, и за 30 секунд найти эту канистру. Блин, вот одна сразу. Это он без туриста где? Сейчас? А если он без туриста? То есть не знаешь, что поднять? А уже как-то мама без туриста. Мы
не карточку нашел, так они уже знают, куда их надо спутнуть. Смотри, сейчас покажу. Жек, иди сюда за мной. Можно вот эти двери закрыть. Но лучше закрыть... Ага. Вот эти лучше потом закрыть. Что-то я не вижу, куда их чекнуть можно. Вот смотри, Жек. Вот сюда. А что, они оттуда лезут, типа? Угу. Будут. Закрыть? Нет, пока не надо. Да, он типа стал гараж, ну, гараж Дорс. Просто морки слезут. Но я ни одной двери не увидел. Вот еще одна из меня. Так что делать? Ну, ждем пока подрелится. Это были муркисы? Откуда, кстати, насчет муркисов? А зачем ты здесь ставишь? Откуда поехали уже? Еще две поехали. Ползут под этой двери. Посмотрите, тут... Видите, тут есть вот эта хрень, которая... Вот. А эти на конвейере можно кидать? Да блин, где враги? А, вот он. Кто тут? Thank you.
ты там... Там еще один контейнер есть внизу, который я отпускаю. Это контейнер Ангел. Точком подключен. Погнали сюда. Ну что, что будет еще? The helicopter will see where we load our container. Gotta deal with that. Золото с тобой тащи. Да. Я подбираю. Уже. Покер. И можно идти. На улице. На улице есть еще 400. Ну как я его не знаю? Самый дивиден. Да ты уже столько пули. Где-то, короче, херня. Как настолько странные трофеи. Погнали, лучше, вот. Поживай. Как у тебя? А, блин, пусть это сейчас она поднимет там, поставит его. Чернобором. Поднимешь меня? Крикнешь? При чё? Блин, тут... Да блин, не поднимается. Аккуратно, тут останется, не убрать.
чем пусты вообще? Я что-то думал, что я сейчас так. А зачем он тот контейнер утащил? Вот этот утащил, возвращает. А это кто пришел? Где наш? Вот, блин. Гори. Патроны кончаются. Причем это ты здесь? Здесь? Да. Это по-моему. Вообще, я думаю, мне не слышно. Это же будет. Тейзер, stay back! Что если я наверху буду? По всем контейнерам. Погнали. Пусти меня, пожалуйста, туда. Пущу, хочу еще один сделать. Okay. Hey Dana, come with me. Hurry up. See him on the front side. Drop him down. Come on, Dana. Come on, Dana. Are you the team? Come on, remember the trap. Can you set it off? Come on, yeah. We fuck you. Catch the cut. What's the code? Their nose and got their gold. Great job. Да неплохо так, как для очень сложного. Mm-hmm.
да и по опыту сейчас насыпят немерено. Ну на немерено что-то не похоже, она. 486 тысяч. За 20 минут 500 тысяч. Ну посмотри, что сейчас он по сейфу упадет. Ага. Зачитался. Стороны просто асто. Вот если бы по этому разлюбили.